Новую площадку для пляжного волейбола опробовали тагильские чемпионы. В выходные на берегу Выйского пруда открыли новую площадку для пляжного волейбола. После церемонии открытия спортсмены сразились за кубок высокогорца. В турнире приняли участие волейболисты из Нижнего Тагила, Кушвы и Верхней Салды. Соревнования проходили два дня. В субботу играли женские и мужские команды, а в воскресенье смешанные. Лучшими волейболистками из Нижнего Тагила стала пара Екатерины Брюхановой и Ксении Федоровой. Девушки заняли второе место. Подобный результат они считают успехом, так как в паре играют первый год. По словам победительниц, в пляжный волейбол играть сложнее, нежели в классический. Конечно, отличается. Во-первых, песок. Тут сложнее двигаться, нужна координация, нужно внимание повышенное. Больше внимания, чем в классическом волейболе. Ну и нас тут двое, площадка меньше. Но здесь надо больше думать головой и быстрее принимать решения. Вдвоем легче играть, чем в полной команде классической? Ну, мне больше нравится пляжный волейбол. Тебе? А мне все нравится, где есть мячик. Лучшими волейболистами среди мужчин стала команда из Верхней Салды. Тагильчане заняли второе и третье место. В розыгрыше медалей среди смешанных команд приняли участие 5 пар. Лучшими стали тагильчане Михаил Мизин и Дарья Мурзина. В эти выходные, 14 и 15 июля, на новой площадке пройдет городской турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню Металлурга. Начало соревнований в 10 часов. О спорте на сегодня все. О самом важном и интересном мире спорта расскажу завтра в это же время. Александр Сальников, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости спорта, Тагил ТВ.